Снова всем привет! Сегодня мы создадим эффект видео в тексте. Данный эффект можно создать двумя способами. Один из способов через инверсную маску доступен только в Pro-версии. Его мы рассматривать не будем, но сразу скажу, конечный результат в обоих способах абсолютно идентичен. Создавать эффект видео в тексте достаточно просто. Поэтому мы немного усложним задачу, сделав эффект более зрелищным. Добавлять мы будем сначала текст, но при помощи режима смешивания он у нас будет совмещен с видео. Поэтому, создавая новый проект, выберите правильное разрешение. Желательно задать разрешение используемого видео. Итак, мы определились с текстом. Он у меня будет как заголовок «Море». Добавляем текст. Длительность 5 секунд. Я выбрал шрифт Arial Black и размер 400. Попробуйте разные шрифты, выберите подходящий, но учитывайте, что не все шрифты поддерживают кириллицу. В разделе «Параграф» выравниваем наш текст по центру. И также можем выровнять наше поле с текстом. Кроме того, я воспользуюсь функцией Kerning для того, чтобы раздвинуть буквы. Например, вот так. И изменяю объект по родительскому объекту. То есть поле текста у нас стало во весь экран. Заходим внутрь вкладки текста и добавляем видео. Ставим длительность от позиции курсора. Видео у нас гораздо длиннее, чем текст. Уменьшаем его длительность до 5 секунд. Если видео у вас другого разрешения, подгоняем, чтобы оно заполняло весь экран. После чего применяем к видео режим смешивания Source In. Смотрим, что у нас получилось. Вот такой эффект. В каких-то ситуациях этого будет достаточно, но мы сделаем эффект поинтереснее. Переходим в основное меню и преобразуем наш текст в спрайт. Далее переходим, спрайт должен быть выделен, переходим в свойства и в разделе «Использовать как контейнер» ставим «Нет», а «Показывать эффекты» ставим «Да». Далее заходим в спрайт, в текст. Здесь объект «Океан» у нас не должен быть выделен. Добавляем эффект трансформация обрезка по всей длительности родительского, то есть 5 секунд. Данный объект, трансформацию, перемещаем нижним слоем. Переходим в свойства обрезки и настраиваем свойства, как у меня. И смотрим, что у нас получилось. Море у нас увеличивается. Здесь есть один нюанс.
Давайте переместим кадр в конец. Мы видим на экране белую точку. Именно в это место будет происходить наша обрезка, другими словами, увеличение текста. Так вот, если эта точка расположена на черном фоне, получится вот что. Эта чернота будет смотреться нехорошо, поэтому выставьте курсор на последний кадр и сдвиньте точку на саму букву с видео. Все, эффект мы сделали. Чтобы он гармонично вписался в наше видео, сделаем следующее. Переходим в нашу основную вкладку и сюда нижним слоем вставляем используемое видео. То есть у нас получится, что после эффекта видео с морем у нас будет продолжаться. Если у вас видео с достаточно громким звуком, на участке спрайта он наложится друг на друга. Поэтому видео, находящимся внутри спрайта, звук, возможно, придется убрать. Я на этом заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. В комментариях оставляйте пожелания о интересующих вас темах по работе с видеоредактором, и я постараюсь именно этим темам посвятить мои последующие видеоуроки. До свидания.